Всем привет, друзья мои! Пушка приехала! Вот и я, друзья мои! Боже, помоги мне! Едем с Настей опять знакомиться с турецким народом! А, пока-пока! Всем привет, мои друзья! Иду по делам. Так жарко вспотела вся. Настя ждет меня. Иду на прогулку. Хорошими людьми знакомиться. Вот с Настенькой только встретились после байрама. Или мы с тобой встречались? А, встречались мы. Ну вот, едем по делам. Да, здравствуйте все. Да, соскучились за ней, спрашивали, какая ты милая, хорошая. Вот, ближе будем знакомиться. У Насти было вчера день рождения. Она мне не сказала. Ну ничего, мы это, как говорится, все впереди. Все, пока-пока, до встречи. Что-нибудь интересное будет, обязательно вам покажем. Мы с Настей приехали в кафе, пообедаем и покажу вам заодно нашу набережную. Солнышко зашло так за облачки, и не так жарко. Так выглядит это кафе на втором этаже. Тоже оригинально. Оттуда вы или откуда вход? А? Детская зона тоже есть. Ты приходила сюда, Настя, в это кафе? Да? Вот так выглядит это кафе. Настя, было день рождения, мы сейчас не будем отмечать без кока-кола и фанта. Хорошее кафе, посмотрите. Сейчас покажем, что мы заказали, что-то легкое и мучное. Очень красивый вид отсюда, друзья мои. Солнышко зашло, погода супер. Ждем свой заказ. Вот такое мы заказали ачму, гюзлеме. Попробуем, будем кушать. Мясное у нас дома, мы решили слегка подкрепиться. Забыла вам сделать обзор, пока я сегодня ходила, встречалась с Настей. Ашкы мой сходил на базар. Купил вот такой арбуз, уже с эмблемой какой-то, с печатью своей. 12 лир килограмм. Так, еще Ашкам купил бананы 7 лир килограмм. Я все попрятала в холодильник и думала, я же забыла с вами поделиться информацией. Кого наш Ашкам не кадар? 5 лир вот эта дыня стоит. И шелик бир лира, дельма. Взял сливы, нектар сливы 5, нектар 7, персики по 7, что-то сегодня дороговато. Это 6 лир взял килограмм. Так, еще с башканы алденсен. А, да я не разложила. Да, салаталык цен. И килира деденсен? И килочек. Хавуч. Хавуч,
Arpuzu aşağıda bilmiyorum da 2,5 lirada oturttu. Короче, 2,5 полкило. 5 кило. И помидоры, патриллеры домашние. А баклажан ты когда рожком? Взял, да, 2,5 лирада. А? 2,5 лирада. А, ой, и кибучу. Вот и все покупки. Ашки молодец сегодня. А как тут наш ребенок? Наш ребенок. Наш ребенок спит уже. Ашкибень. Гигосик. Я на него сегодня внимания не обратила. Никак не обратила. Посмотрите, у него какое изобилие. Сейчас надо это все фрукты забрать. У него здесь и карс, и абрикоску я положила. Вот. По-моему, поклевал. И морковочку он любит. Ну, морковку можно оставить. И банан я ему положила. Посмотрите. Видите? Завтра вот эту клеточку всю помою, почищу. Даже сейчас возьму и помою. Ну, все, Гигосик, сейчас накрою тебя. Спокойной ночи. Насорил ты сегодня. Очень любит вот этот вот корм. Бал называется. Спокойной ночи. Сегодня я выгляжу вот так. Всем привет, привет. Всем привет, привет, друзья мои. Ой, чуть очки не забыла. Очки забыла. Про вас забыла. Вот как всегда, уборка, стирка. Ашкемчик, винимашкем. Ашкем, гюляшкем. Дёрла в сачок сэр. Пиши, кету люк я пьёрсу. Мои хорошие. Ашкем, бенги дьёрл. Все, друзья мои, закрываюсь. Пока-пока. Когда выхожу с дома, надо крутить гули и читать молитвы. Потому что люди такие глазливые здесь. Люди такие глазливые. Здесь пипец. Волосы надо красить уже. И не знаю, красить или не красить. Ну, отращивать, естественно, их обрезать не буду. Но надо покрасить. Вот не нравятся мне вот эти. Может, под макушку покрасить, а это не оставить здесь, как вы думаете? Ну, что? Что-нибудь придумаю. То, что набрала килограммы в деревне, уже сбросили. Осталось, может, полкило сбросить. И Настя мне привела в дом одной турецкой женщины. У нее трое детей, мама рядом с ней. И разрешили мне снять их жизнь и их семью. Посмотрите, как они сейчас будут кушать и какая у нее замечательная семья. Посмотрите, какие у нее трое дочерей. Эти маленькие и вот старшая. Посмотрите, какая красавица. Она волейболистка. 15 лет девочки. Вот сама. Аслы. Мама ее. Посмотрите, какие люди. Вот так они приготовили, кушают все. Привет. Ах, и это усун, Сизи. Нас дали. С такой приятной семьей чай пьем. С детками. Вот. Смотрите, какая красавица. Калксен. Посмотрите, какая посмотрите, какая девочка. Волейбол. Волейболистка, а? Красавица. Вот такая дружная семья, очень теплая. Ilık suyu doldurdum başlarından döktüm aşağı çamaşırlarım. Какая мама у нее приятная. Doydum. Это девочка наш новый бизнес-партнер. Hadi şimdi konuşarız biz sizinle. Sen şimdi söyle, sen adınız ne söyle? Ne, kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 7. Ben biliyorum. Sen adınız ne? Duygu sen. Sen 6 yaşında. Bak. Какие девочки хорошие. Вот эта мама троих детей, одиночка. У нее муж умер 5-6 лет назад, сказали. И она смотрит троих детей. Такая история. Посмотрите, как у нее чистенько здесь. Видите? 40 дней было, когда муж умер. А, 40 дней? А, маленькая. На Костериджем. Вот факт. Видите, такая кухня у нее. Кстати,
кстати, я что хочу показать. Мы находимся напротив Марина Сиде. Кэти, ты не помнишь, ты где работала, бедная моя? Вот, хочу показать тебе. Китуша! Это все поблизости. Район Китуши, где моя работала. Вы помните, друзья мои, моя Китуша-подруга с Грузии приезжала? Вот такой вот у нее квартира. Она берет это за 800 лир аренду, ну, со своей мебелью. Там комнаты. Бинакач, уч артыбир? А, 2 плюс 1. Три комнаты и зала. Такая вот комнатка. Сейчас нам будет гадать на кофе мама ее. Сора сенде видео YouTube даба. Бенур кличем видео сельне беравер. Дома день удался на славу. Познакомилась с замечательной турецкой женщиной, с семьей, ее детишками, мамой. Мы прекрасно посидели, она мне еще погадала на кофе. И сейчас я вернулась домой, возвращаюсь в свою прежнюю жизнь. Нужно готовить ужин. А сегодня на ужин у нас жареная рыба, и я приступаю к ее готовке. Все, мои хорошие, кушать готово у меня. Ашкин проголодался, гулял, пока я ходила. Вот у меня пожарила рыбку, сделала салат с роколы. Есть мерджимик чорба. Моя ткемаль грузинская с рыбкой буду кушать. Ашка мне любит ее. Вот у нас такой праздник сегодня. Байрам арбизды, Ашка, это? Байрам. Сын озведен балыкола билер? Балык байрам. Байлык байрам. Афиет олсун, Ашка, это? Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.